Здесь так много разных вещей, Экклезия, дорогая, за что можно молиться. И в этом году через все эти потрясения, и все чувствуют, что мы вошли в новый сезон. И зов моего сердца, Бог, я хочу, отчаянно жажду чего-то нового, другого. Я чувствую это все вокруг меня, и христиане, и нехристиане. Это глубокое желание чего-то нового. И мы, как тело Христа, чтобы уделили время в этом сезоне, прямо сердца возле Бога положить и сказать: «Господь, приди и утверди что-то в нас, что непоколебимое, что будет длиться не только в мою жизнь, но мои дети и внуки увидят это, плоды этого сезона, что мы не только будем пророчествовать, но станем исполнением пророчеств этих». И на нас будет знак Его присутствия, Его чистоты, и действовать в силе Его во всех сферах жизни, в большом и малом, чтобы мы были ответом на вопли этого мира, и мы пришли с решениями, что мы можем небеса являть везде, куда мы приходим. Наша молитва для возникающей экклезии — это чтобы мы пришли в смирении пред Господом, не бежали впереди Него, сказали: «Приди и поставь знак на нас, измени нас, очисти нас, приди, переопредели нас, говори нам, установи Твое сердце и желание и пути в нас».